На востоке Польши проводят манифестацию участницы группы «Матери на границе». Женщины выражают солидарность с мигрантами и призывают Варшаву обратить внимание на бедственное положение нелегалов, которые оказались меж двух огней. «Сейчас мы требуем от польского правительства, пожалуйста, откройте гуманитарный коридор, пустите в лес, в закрытую зону неправительственные организации и врачей». «Я хочу помочь этим людям, этим детям. Нужно что-то делать, даже если это просто манифестация. Мы должны показать правительству, президенту, премьер-министру, что мы здесь. Мы не согласны с тем, что они делают». Мигранты, оставшиеся с белорусской стороны, сейчас обитают в центре, переоборудованном из складского терминала. Сумевшим проникнуть в Польшу стараются помогать волонтеры и некоторые местные жители. При этом польская сторона утверждает, что попытки пересечь границу не прекращаются, просто сменилась тактика. Вместо массового давления на КПП нелегалы просачиваются поодиночке и небольшими группами.